В этой стадии мы определим имя первого неудачника чемпионата. Команда, финишировавшая на последней четвертой строчке, покинет хип-шоу и уступит свое место новичкам. Конечно же, мы не хотим сразу выкладывать все карты на стол, но для затравки скажем, что во время финальных вечеров вас будет ждать пара сюрпризов. В частности, показательные бои в еще более суровом формате. 3-2 и многое другое. Затем в уже обновленном составе команды по той же системе будут соревноваться в двух других весовых категориях – 70 и 80 килограммов. Таким образом, нетрудно посчитать, что первый сезон хип-шоу будет состоять...